Дождь вряд ли его испортит, поэтому ждем начала матча. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее, команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективной. Дождь вряд ли его испортит, поэтому ждем начала матча. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее, команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективна. Однако она имеет и... Дождь вряд ли его испортит, поэтому ждем начала матча. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее, команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективна. Однако она имеет и... Мактомины. Бруно Фернандеш. Очень уверен, он идет вперед с мячом. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли пошла. Мактомины. Бруно Фернандеш. Очень уверен, он идет вперед с мячом. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли пошла. Дождь вряд ли его испортит, поэтому ждем начала матча. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее, команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективна. Однако она имеет и... Дождь вряд ли его испортит, поэтому ждем начала матча. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов.
Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишнее оборонение.